В Надеждинском районе сотрудниками ДПС изъята крупная партия наркотиков. Травку нашли у группы молодых людей, трое из которых несовершеннолетние. На Toyota Crown, двигавшуюся по федеральной трассе без госномеров, сотрудники ДПС сразу обратили внимание. Седан решили остановить для проверки документов, однако его водитель не захотел останавливаться. Тогда автоинспекторы решили организовать погоню. После непродолжительного преследования Toyota удалось прижать к обочине. В машине находилось 5 человек, все жители поселка Вольно-Надеждинское. Трое из них несовершеннолетние, причем две девушки. Почему не в школе вам по 16 лет? На больничном. А? На больничном, мне 17. В больничном? А что в этой машине делали? Нас в Кипарисово забрали. За что вы задержали? Не знаю, за наркотики. Как они оказались у вас в машине? Я не знаю. Что вы делали в этой машине? Ехал. Куда? Откуда? Домой. Откуда? С гостей. Откуда? С гостей. Конкретное место? Раздольное. Откуда наркотики в машине? Я не знаю. Вы не знали, что наркотик в машине? Нет. А запах не чувствовали? Я не понимаю. Но по запаху не чувствую. Сколько вам лет? 16. Расскажите, что вы здесь делаете и как вы здесь оказались? Да я ничего не буду говорить. Вообще ничего не делаете? Нет. А почему вы прикованы наручниками? При тщательном осмотре автомобиля внимание полицейских привлекла подозрительная спортивная сумка, которую пытался спрятать один из пассажиров Крауна. Сотрудники ДПС расстегнули ее и обнаружили внутри несколько килограммов марихуаны, а также около 20 граммов вещества темно-зеленого цвета. Полицейские предполагают, что это гашиш. В автомашине один из пассажиров стал уничтожать пакеты, какие-то пакеты, свертки. Мы увидели, что в свертках находится какое-то вещество бурого цвета. Вот. Ну, естественно, запах сразу ударил в нос. Значит, они были все задержаны. На место происшествия вызвали сотрудников наркополиции, которым передали все изъятые наркотики. Водителя и пассажиров Toyota Crown припроводили в ближайшее отделение для дачи объяснений. Двоим из них грозит реальный срок за хранение наркотиков в особо крупном объеме. Остальные подозреваемые, скорее всего, отделаются испугом, поскольку на момент задержания им не исполнилось 18 лет. Правда, теперь им предстоит серьезный разговор с родителями.